Платформа по продаже билетов бросит вызов рынку вторичной продажи билетов. Более 21 тысячи человек в Великобритании сообщили, что стали жертвами мошенничества с билетами за последние 3 года. Эдинбургская платформа Citizen Ticket запустила BitTicket – первый сервис по продаже цифровых билетов на мероприятия на основе блокчейна, используя криптовалюту Ethereum Classic. BitTicket нацелена на обеспечение безопасной прозрачной системы, которая предотвратит мошенничество и подделки. Каждая покупка билета будет отображаться в публичном блокчейне, что будет гарантировать стоимость билета.